Приветствую всех, с вами Эллен, и мы продолжаем играть в Call of Duty Modern Warfare 3 мультиплеер. Это второй сет, или второй дубль, как я его называю. Я уже немножко тут поиграл, чтобы настроить класс и посмотреть, как все это, как выглядит игра без фрапса. Немножко прокачался. Давайте возьмем нашу язь. Я не играл на этой карте, впервые играю, поэтому хрен его знает, что здесь творится. Противник захватил Б. Ой. Да, и это режим с захватом флагов. Ну, и меня поимели со всех сторон, просто могли еще подойти и запинать. Блин, как у меня мышку дергает, а? Вау, смотрите, как все дергается. Я потому что решил поиграть вечером снова. Ну, замечен вражеский беспилотник. Где? Сейчас мы его поимеем. До свидания, дружок. На тебе вкусня. Да. Мы взяли С. Тут А захватывает. И как прийти ката? Мы потеряли А. Это что такое было? Да опять меня с другой стороны убили. Смотрите, он возродился прямо передо мной. Молодец. Хорошая игра. Давай сзади меня возрождать еще. Захватываем Б. Что-то не понимаю, почему-то... Мы взяли Б. Беспилотник в воздухе. Обойдется сейчас еще небось. Замечен вражеский беспилотник. Захватываем А. Кстати, бронежилеты. Хорошо. Беспилотник в воздухе. Блин, конечно, не простреливает все это, да? Мы теряем точку. Ну, я ничего не сделал, снова двое выбежали. Вау, 1-4. Потеряли С. С Фрапсом играть просто невозможно. Это такая жесть. Без Фрапса ну намного удобней. Он тормозит систему почти в дважды. Улучшенный беспилотник в воздухе. Вау, это хорошо. Мы теряем Б. Лови гранату, сволочь. Захватить позиции. Мы взяли А. Вау, тут еще один валялся. О, козлы. Беспилотный разведчик ждет приказов. У нас уже есть беспилотный разведчик, пошел в жопу. Неизвестный голос. Ну посмотрите, как граната вылетает, а. Замечен вражеский беспилотник. Ааа, он убежал. Куда он бежит? Вот фиг поймешь. Беспилотник в воздухе. До свидания. Ну, теперь снизу. Беспилотный разведчик готов к запуску. Да, нет, команда вроде нормальная. Мы взяли Б. Мы теряем Б. Окей, ну давайте терять дальше. Охереть, просто не могу двигаться, все дергается. Я не пойму, то ли из-за... Опс. То ли из-за фрапса, то ли из-за того, что... вечером играю и глючит инет. Да что такое? Кто? Где? Что? Беспилотный разведчик ждет приказа. Фиг поймешь, все стреляет. Да, беспилотный, у меня же здесь. Беспилотник в воздухе. Замечен вражеский беспилотник. А, он убежал уже. О, фак, да блин, опять стелс удар. Будьте внимательны. Замечен вражеский беспилотник. Да ёптать, я не выжил. Я один сдох от удара. Что такое? Откуда столько их? Беспилотник в воздухе. Откуда столько?
Элё, гараж! Это что за херня происходит? Откуда столько стелс-ударов? Вау, мне уже... мне тут сказал Виспо, что это баг. И глич нашли. Я не хочу играть в эту тупейшую игру опять. Опять началось. Почему я сейчас перестал стрелять? Вот честно, я кнопочку не отпускал. Нет, это херня какая-то. Вы посмотрите на этот нонсенс. Вы посмотрите, эта херня что делает. Вы посмотрите на это. Вот видите, я ничего не... Это обычный сервер. Уже глюки пошли. Уже начались всякие, бесконечные стелс-удары. Да ну нахер, вы серьезно? Гоните что ли? Вы вообще что ли охерели? Это что за бред-то? Бесконечные удары.